Лучший в России 28-летний димитровградский кикбоксер Алексей Трифонов в Липецке выиграл чемпионат страны. Чемпионом России Алексей стал в пятый раз. Спортсмен на соревнованиях провел 3 боя. Полуфинальный поединок с челябинским боксером закончился нокаутом на 15-й секунде первого раунда. В финале встретился с соперником из Воронежа. Провел 3 раунда. Выиграл единогласным решением судей. А за лучшую технику Федор Емельяненко Алексею Трифонову вручил награду. А после записи интервью стало известно, что Алексею присудили звание «Заслуженный мастер спорта России».